Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Admin Roleplay 4 серии. У них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить в них при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод. Пишите MN, потом выбирайте 10 пункт промокод и пишите вот такой промокод KGAME. Только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч. Поэтому обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серичка. Возможно, по названию уже поняли, что сегодня будет. Короче, я хочу подарить свой корч, то есть Форд Сьерру, какому-то рыжику. Ну, чтобы он ездил на ней, там, не знаю, продал ее. Ну, кто хочет, в принципе, пусть и делает. Просто я мало подарков делаю на размере, там, рыжикам не помогаю особо. Поэтому я решил сегодня исправиться и подарить какому-то рыжику Сьерру, на которой стоит диски за 300 тысяч. Хотя Сьерра стоит, по-моему, дешевле, чем диск. Ну, неважно, пацаны. Вы, короче, все поняли. Сейчас у нас получается 6 утра. Ну, по украинскому времени, я просто в Украине живу. По МСК 7 утра. Онлайн сейчас 47, ну, я думаю, мы кого-то должны найти, по-любому. Перед этим надо машину со штрафстоянки забрать, поэтому я сейчас этим займусь. Ну, а когда доеду, мы уже продолжим. Ну что ж, я уже доехал до штрафстоянки, ее просто принесли после обновления, я об этом даже не знал. Ладно, заезжаем и давайте посмотрим здесь мою машину. Это чекпоинта никакого не вижу, а вот. Так, давайте Раптор вот сюда поставлю, чтобы никому не мешать. Я, блин, заехал в банк, оплатил налоги, короче, и оплатил штраф за машину. И у меня осталось 26 тысяч. Я просто в шоке, реально, блин. Так, вы хотите забрать личный транспорт штрафстоянки? Конечно, хочу. Форд Сьерра. Вы можете забрать личный транспорт со штрафстоянки, отлично. Ну да, у меня останется Феррари, пацаны, но я хочу вот эту крошку, вот эту малышку подарить какому-то рыжику. И надеюсь, у меня сегодня это получится сделать. Ну, блядь, да, не Rolls-Royce, конечно, но все равно. Я думаю, для новичка будет вообще заебись тачка прям. Мне она тоже нравится, но я хочу купить уже что-то новое. Возможно, даже этот, как его, снегоход купить. Там пофаниться с ним, поснимать что-то и так далее. Поэтому нужно освободить место и сделать доброе дело в этом году, так сказать. Поэтому я направляюсь, куда я направляюсь, я честно не знаю, потому что... Я хз, где искать рыжиков на Радмире. Но я постараюсь что-то придумать. Все, пацаны, как только что-то будет, я включусь. Так, пацаны, я нашел чувачка, я у него спросил, у тебя есть квартира? Он написал, нету. А что я пишу? Да вот, хочу кому-то машину подарить. Давай гостиную возьму. Окей. Хотя я могу его к себе, кстати, подселить, и будет довольно-таки классно. Он, короче, я так понял, заинтересовался этим. Вот моя машинка стоит. Сразу нашел чувака, короче, ехал, думаю, вот ферма, думаю, наверное, там люди есть тоже. Все, я ему продал тачку, прикиньте. В натуре я продал свою тачку. Давай на часть, путь меня подвезет. Я там Феррари заберу свою, чтобы ее возле дома припарковать. Ну а потом уже, пацаны, подведем итоги сегодняшнего дня. Не, ну прикольно, блин, я ему подарил тачку. Она такая вот симпатичная, короче. Ну мне реально по кайфу. Доброе дело, пацаны, в этом году я уже сделал. Поэтому все нормально, пацаны, все четенько просто. Так, все, приехал, давайте напишу ему спасибо. Кажется, сейчас охуеет, если он мою машину видит. Так, доставит транспорт. Погнал, все, давай, удачи тебе. Короче, чувачок, он охуел, думает, ебать, Феррари, нахуй, за 12 миллионов, думает, нихуя себе, блядь. Лучше бы он мне ее подарил, да, ебать, по-любому он так подумал. Все-таки я смог ему продать тачку без квартиры, ну, у него нету квартиры, короче, ни отеля, ничего у него нету. Но, скорее всего, это из-за того, что это низкий класс машины, ну, в принципе, не важно. Так, все, сейчас Феррари я домой припаркую, наконец-то я буду на ней ездить, пацаны. Я реально люблю на ней ездить, но, блин, она в гараже стояла, поэтому, ну, чувак тоже на Феррари заехал. К себе домой, наверное, может, к себе, ну, короче, неважно. Не, ну, блин, реально, мне очень понравилось, в принципе, помогать. Ну, как помогать? Я чуваку тачку подарил только одному. Да, я хотел бы всем подарить рыжикам тачки, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Хотя, если Феррари продать, то все равно не хватит всем рыжикам подарить, потому что я сейчас разъебусь, блядь. Пиздец просто, блин. Это было жестко, реально. Это было жестко. Я забыл вообще, что она такая дикая. Это Феррари, она самая быстрая на проекте Redmi Roleplay, поэтому с ней нужно, пацаны, поаккуратнее. Как бы она быстрая, но тормозов в ней особо нету. Поэтому сейчас мы ее паркуем и уже будем заканчивать, скорее всего. Просто припаркую, чтобы не было на чем передвигаться пока что. Потому что я продал Феррари. Ой, Феррари, блин, Форд подарил, короче, чуваку. Так, все, теперь я могу прописать команду парк. И моя машинка будет стоять в этом месте. Так, давайте я ключи вытяну на всякий случай. Все. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Играйте вместе со мной на Радмире. 4 сервер. Вводите мой промокод. Вводите мой ник. И ждите новых серий. Еще раз повторюсь. Или я не говорил. Короче, неважно, пацаны. Всем пока-пока.